Всем здорово, ребят. Ну что, наконец-то добрался я до русского сервера. Завтра будет здесь обновление. Я вам уже даже сегодня обновление, я вам видос закину попозже, потому что я больше вам пилю про нового героя. В общем, у нас будет сегодня видосик про архи. Попробуем. Вызывает монстр в рот по зоне иммунитет эффектом уменьшения энергии. Соответственно, мы сюда берем наших героев, которых я вам показывал на английском сервере. Вот и даже некоторых прокачал. Вот такой вот состав. Сейчас мы еще на космо переделаем. У меня, правда, нету много здесь раскола, по-моему. Посмотрим, что у меня делается по расколу. Так, восьмой раскол. Отлично. Восьмой раскол поставим сюда вот так вот. Первый готов. Дальше тыковка. Есть раскол, нет раскола. Есть раскол, отлично. А улучшить могу вообще? У меня камешки есть на этом сервере или нет? О, отлично. Может, еще и сейчас и девятый раскол сделаю. Такс. Прорывы, как видите, у меня здесь не особо вкачаны. 12-е, потому что я книги не беру, я давно на русском сервере перестал играть. То, что осталось. Так. Восьмерка, отлично. Так, питомец Рудольф этот. Сюда ставим матчбокса. Сюда мы поставим вот этого. Так, на нее мы поставим. А, даже мы сюда поставим смертушку для замедления его. А, так, есть. Этот есть. Дальше у нас собрано. И Усма. Поменяем. Сейчас попробуем ему поставить тоже. Так. И пиблок у нас, в принципе, нормально. Только единственное, я сейчас гляну, или у меня есть на смотрителя. А, вот есть, отлично. Там без разницы, по сути, какого. Так, качаем на максималку. Можно не максималку, это не столь важно здесь. Так, пиромах, все. В общем, такой вот состав. Нету максималок, конечно же. Десятые прорывы. Сейчас я гляну, что у меня по книгам. Ну, книжонки есть. Можем сейчас быстренько, с кого мы будем танчить, начинать. Танчить, танчить мы будем с укротителя, наверное, все-таки. Поэтому его сейчас немножко подкачаем. Камешков здесь, как видите, хватает. Я не знаю, хватит ли нам книг на всех до 20 уровня. Сейчас попробуем по барику прокачать. Ну, таким составом мне вот просто интересно с 20-ми. С 12-ми я тестировал, мы около 5 набивали. А потестировать, сможем ли мы с 20-ми выйти в топ. То есть 20-й, 30-й прорыв, посмотрим разницу. Наверное, книг, скорее всего, не хватит всех прокачать. Ну, хотя бы частично. Двадцатый прорыв, в принципе, это уже тоже неплохо. Блин, смотрю на эту силу, конечно, смешно. По сравнению с английским сервером, это вообще ни о чем. Ну, хоть одного качнули на 20-й. Так, кого с этих можно еще так, чтобы поднять ему урон? Ведьма, Инка, давайте.
Давайте химку подкачаем. А потом тыковку. Как видите, все зависит от книг. На русском сервере реально проблемно книги достать. Ну, не то чтобы проблемно, но нет в таком количестве сундуков. Они не продаются, как на английском сервере, по 500, там, по 600. У этого еще урон по зоне, поэтому сейчас не знаю, хватит ли нам этого всего, чтобы выдержать. Или все-таки больше отхила надо будет ставить. Сейчас еще тыковку лапнем. Конечно же, герои с 30-ми прорывами здесь без проблем выстоят. Я показывал на английском сервере, там запросто можно бегать. Практически пиковки даже хватит на 20-ку, наверное. Не, не хватит на 20-ку, но немножко подкачаем ее. Так, отлично. И тыковку ищем. Вот наша тыковка. Не хватает значков почета уже. Как ни одно, то другое. Так, подарки. Тут, в принципе, нам должно хватить теперь. Так, а что у нас сегодня на русском? О, шестые, тут книг нету. Так, окей. Поехали, докачиваем тыковку и... Что у нас? А, это не та тыква. Сейчас бы, блин, качнул. Короче, книг у меня на завтра на прокачку нового героя вообще не останется. Я, в принципе, его, возможно, и на русском выбивать не буду. Посмотрим. Посмотрим, какие нам завтра акции добавят. Что будет интересного. Так, до 17 нам хватило. Ну и так, в принципе, нормально. Сейчас уже так, чтобы места не занимало. Так, окей. Поехали. Поехали, попробуем создать команду. Так, стартуем с укротителя. Потом кидаем всех остальных. Так, еще. А, стоп. Стоп, 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 стоп. Мы хотели поставить расколы получше. Сейчас я пересмотрю, ребят. Sorry, no. Это такое дело, я когда тестирую, я люблю уже все проверять на максимум. Сейчас я посмотрю, или у меня расколов нету еще больше. Тут шестой. Так, отлично. Так, можем сделать 3. Так, значит, давайте 3 штучки сделаем. Снять. Так, делаем 3. Еще четвертую сможем сделать. Цепляем одну на тыковку.
Так, вторую на укротителя. Может, и больше сможем. Так, сюда мне камней просто не хватит. Сюда идет третья. Так, не хватает нам одной, да? Сейчас мы ее как раз сделаем. Так, раз, два, три. Есть. Четвертая. И пятая. Сейчас сделаем. Одной нам не хватает, получается, на стрелке. В принципе, можно сюда поставить девятку, так как там баст есть, там будет больше на стрелка атак. А сюда поставим восьмерочку. Все отлично. Надеюсь, не сольемся. Поехали. Стартуем с укротителя. Сразу же кидаем щиток. Так, космо включился. Под хилу у меня только один питомец. Поэтому тут все зависит от того, как мы сейчас быстро разгонимся. Ну, вроде нормально. Ну, надо, наверное, будет все-таки еще один питомец, потому что маловато, маловато у нас от хила будет от Рудольфика. Ну, посмотрим, как пойдет. Должны мы, по идее, 5 выбить 100%. А нет, хотя я уже смотрю. Немножко не хватает нам урона. Чуть-чуть не хватает. Ну, надеемся. Видите, проседают герои. Все-таки 30-й прорыв, это 30-й прорыв. Ну, мы зато узнаем сейчас, сколько можно максимально набить. На, считайте, половина 20-х, половина там 13-е. Ну, это рандомный, он, конечно, бьет по зоне. Надо все-таки сюда ангела ставить. Либо кого-то с питомцев попробовать убрать. И... Да, причем конкретно нам не хватает. Видно, он не 500-ки вылазит, и уже видно, что немножко не то. Где-то, я думаю, 4, 4 с чем-то мы набьем. На 5 мы не выйдем. Надо все-таки 30-е прорывы. Либо 20-е докачать, но видите, даже топовые эмблемы нам все равно не хватает. Ну, посмотрим, как пойдет. В принципе, герои выживают, поэтому, как видите, не обязательно, чтобы у вас были прям там максимальные прокачки, прорывы. То есть здесь больше играет сочетание талантов и эмблем. Ну, конечно же, урона немножко не хватает. Ну и плюс на 30-м можно не бояться, что там сорвутся или кого-то убьют. Ну, немножко не хватает, конечно. Ну, я думаю, если докачаем 20-е прорывы, мы выйдем где-то ближе к пятерке. Вот смотрите, практически, ребят, чуть-чуть не хватило. 4, 1,9. Что у нас по топам? 5. Ну, тут 5 даже, я вам скажу, смотрите. Пятерку очень многие выбили, 20 человек. Давайте еще раз попробуем, может, будет более удачный заходик.
Попробуем плотненько выбросить всех. Ай-яй-яй, он включился. Тут и как раз первые секунды играют тоже роль. Вот этот именно разгон. Видите, мы потеряли очень много времени. Ну, посмотрим, как пойдет сейчас. Я что-то не вижу отхила, то ли я Рудольфа не взял. То ли он хилит очень мало здесь. Еще вариант будет попробовать, завтра я попробую этот же состав. И поставлю воодушевление на тековку, чтобы быстрее был разгончик. Посмотрим, как там пойдет. Да, опять времени не хватает. Вот именно, знаете, где-то прорывы, вот эти прорывы. Вот чуть-чуть прорыва не хватает, от прорыва зависит и сила удара даже питомца. То есть, если будет такой архидемон английском, я вам тоже покажу, я его в прошлое я показывал. То есть таким составом мы набили там 5 и 4. Здесь мы около 5, то есть прорывы все-таки еще надо докачать хотя бы как минимум до 20-ки. Чтобы получать 5 архидемонов, потому что чуть-чуть не хватает. Пока лучше, чем этот состав, ну я не знаю, пока ничего нету интересного. Я пока ничего не нашел посильней. Ну и плюс тут еще он бьет по зоне, то есть своего рода рандомчик. Тут как зайдет. Видите, ударил по зоне. Ну, хотя, в принципе, прорыва вполне хватает. Думаю, доживут до конца, но, конечно, не знаю, успеем ли мы затащить 5 или нет. Сейчас посмотрим. 15 секунд. Не, опять чуть-чуть не хватит. Ну, давайте, поднажмите. Блин, чуть-чуть в конце, чуть-чуть, блин, не хватило. Ну, видите, где-то рядом. Ну что, давайте я уже в следующий раз завтра уже попробую. В общем, пишите комменты насчет состава, ставьте лайки, ждите новых видосиков по архидемонам. Всем удачи, всем пока.